Коррупция в России – это бич современного мира. Мы с вами уже об этом говорили. Людей награждают должностью, то есть сажают на кормление. Сажают на кормление в государственной корпорации и на государственной должности. Сват, брат, племянник, сын. Понимаете, вот это ужасная политика, против которой выступает наша оппозиционная партия «Справедливая Россия». Мы очень к этому нервно относимся. Вот. Я считаю, что что надо делать? Первое – бить по штабам. Поэтому если у Путина хватит мужества отдать под суд ближайшее свое окружение – понимаете, то, что знают двое, знает и свинья, говорят немцы. И когда это секрет Полишинеля, и мы знаем фамилии людей, и знаем, где и чего они украли, а они сидят на высоких должностях, это просто, ну, как бы, престиж власти. И остальные все думают, а если этому можно, чем мне-то нельзя? И воруют. А вот если отдать под суд парочку, там, тройку, вот Реймер, одна из первых, и Хорошавин, одни из первых таких вот подставленных, что не знали раньше, что они воруют, тогда надо все наше ФСБ разогнать. Они для этого сидят, для того, чтобы за этим следить. Значит, знали, значит, просто время настало, как нам объясняют. Но мы надеемся, что это время не пройдет быстро, и что это время все-таки расставит по местам приоритеты. Мы должны назначать на должность людей компетентных, потому что главная проблема России сегодня – это проблема управления, системы управления и управленческих кадров.